И это очень кстати, так как с сегодняшнего дня украинские силовики перекрыли дороги на линии соприкосновения с территориями народных республик. Сообщение сильно затруднено. О блокаде теперь уже и транспортной, скорее всего, будет идти речь в ходе завтрашней встречи представителей МИДов России, Германии, Франции и Украины. Переговоры в так называемом нормандском формате состоятся в Берлине. Пока же обстановка на Донбассе крайне напряженная. Во многих районах Донецка в эти минуты слышны артиллерийские залпы. Репортаж с места Николая Долгачева. Автовокзал Донецка. Отсюда автобусы ежедневно выезжали в Краматорск, Дзержинск, Славянск и другие города, контролируемые нынешними киевскими властями. Сегодня количество рейсов резко сократилось. Часть блокпостов со своей стороны украинские силовики закрыли. Сказали, что больше ездить не будете, и все. А что тогда делать? Сами думаем, как назад ехать. Вот мы сами из Дзержинска, а как ехать, не знаю. Транспортное сообщение между народными республиками и Украиной все время конфликта худо-бедно действовало. Но теперь почти полностью перекрывается. Фактически Киев объявил блокаду народным республикам. Военного смысла в такого рода блокаде нет, но мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения выживать стало еще сложнее. Кто-то теперь не может добраться на работу в соседний город, привезти продукты, проведать родных. Это полностью срыв фактически всех договоренностей. И Украина то перекрывает, то не перекрывая потоки продовольствия, то прерывая, не прерывая гуманитарные грузы, то блокируя счета и пытаясь разрушить связи между предприятиями и так далее, она целенаправленно постоянно работает на ухудшение гуманитарной обстановки. Готовясь к новым встречам с украинской стороной, представители Донецка и Луганска планировали предложить сохранить общее культурное и экономическое пространство. Но Киев сам отталкивает Донбасс, постепенно усиливая блокаду. Помощи от украинских властей в регионе давно не получают ни пенсионеры, ни дети. Даже новогодние утренники для самых маленьких в Донецке ополченцы организуют за свой счет. Это нашим детям. Сейчас выйдут, будет счастливо увидеть зимний экспонат в виде снеговика. От военных. Гуманитарный батальон Донбасса загружен работой. Сегодня в инфекционную больницу города Торез привозили медикаменты, детское питание и игрушки ради этих двух девочек. Арина и Фатима, старшие 2 года, младшие едва исполнился год, родные сестры. Уже 6 месяцев они живут в медицинском учреждении. Где их родители, неизвестно. Возможно, отказались от детей, а может быть, погибли во время обстрелов. В июле месяце дети были обнаружены в районе поселка Шахты Донецкая, брошенными в доме. Совершенно одни. Арина и Фатима имеют российское гражданство. Власти ДНР отправили запрос в МИД России с просьбой помочь вывести детей и оказать необходимую медицинскую помощь. Тысячи других детей остаются в полублокадном регионе, где в любой момент города могут обстрелять из артиллерии. Такие удары со стороны украинских позиций возобновились. В городах Донбасса вновь введен комендантский час. Здесь новогодние праздники закончились. Николай Долгачев, Михаил Виткин, Андрей Руденко, Виталий Рутюнян, Азат Атагонов, Олег Бондаренко. Вести.